Детское радио представляет 15-летию Росатома. Вася! Атомный фиш! Чудеса мирного атома! Вы знаете Васю? Ну, Васю по прозвищу Атомный Движ. Ну вот, слышу, знаете. А если знаете, то слушайте, что однажды с ним случилось. Ну а если не знаете, то все равно слушайте. История восьмая. Как атом лечить помогает. Привет, это я, Вася, Атомный Движ. Прочитал в энциклопедии, что у крокодилов и акул новые зубы взамен потерянных вырастают. Эх, жаль, что у людей не так. К врачу идти надо. Кстати, про врачей. Слышал я, что существует ядерная медицина. Вот интересно, что это такое и что она умеет? Позову своих друзей протона, нейтрона и электрона, чтобы вместе разобраться. Друзья, вы где? Мы всегда здесь. Я протон. Я нейтрон. И вместе мы атом. Вместе со мной, электроном, я вокруг этих двоих кручусь и рассказываю, доказываю, объясняю, поясняю, рассказываю, доказываю, объясняю, поясняю. Хочу узнать, что такое ядерная медицина, кого она лечит и что умеет. Это ты, Вася, по адресу обратился? Это ж мы и есть, это ж нам известно. Это ж с помощью нас, вот это все тут, там лечить, лечить. Медикус амикус эт сервус аэграторум. Это на латыни и означает «врач, друг и помощник больных». Латынь – древний язык, но все врачи его знают. Ядерная медицина помогает обследовать пациента. С головы до ног и с ног до головы, снаружи и внутри, внутри и снаружи. Это важно, если человек заболел, а причину болезни найти не получается. Специальный аппарат просвечивает человека особыми лучами. Затем большой умный компьютер думает, считает и... Лежишь себе, отдыхаешь, аппарат жужжит, жужжит, закончили жужжать. И врачу становится все видно. Тут болит, а тут не болит. Тут лечим, а тут не лечим. Можно проверить работу мозга, сердца, костей, мышц. И выявить болезнь в самом начале. Здорово! Ну, что ядерная медицина обследовать помогает, я уже понял. А лечить она умеет? Да, и еще как! Серьезными заболеваниями поможет справиться лучевая терапия. С помощью атомов особых веществ можно направить излучение на вредные клетки. Вредные клетки, вредные, вредные, вредные клетки. Такие вредные, прям шуть! Хуже кикиморы и бабы-яги 100 раз. А как этим излучением лечат? На расстоянии, под специальной лампой лежать надо. А можно радиоактивные вещества, изотопы, внутрь человека ввести. Они убьют вредные клетки. К примеру, такие изотопы в Росатоме получают, а потом отправляют в больницы. А еще ведь заряженные лучи могут микробы и бактерии уничтожать. Наверняка это тоже в медицине используют. Верно рассуждаешь. Голова! Лучи, которые испускают разные атомы, помогают обеззараживать разные медицинские предметы. Бинты, перчатки, халаты, инструменты. Даже упаковку снимать не надо. Посветила, готово, готово, готово. Сколько полезного медицина умеет. Вот бы еще зубы могла выращивать, чтобы как у акул. Может, и это сможет, и то сможет, и другое тоже сможет, и так может, и это может. Стоматологи умеют делать искусственные зубы. Такие, что от настоящего зуба не отличишь. Зубки – мечта акулы. Имплант называется. Каждому пациенту на 3D-принтере могут напечатать трехмерную модель челюсти. Она очень прочная, и ее можно установить на всю жизнь, без вреда для здоровья. Расскажу дедушке, а то он вечно грустит, что зубы уже не те. А будут те, и тогда снова будет он веселым. Mens sana in corpore sano. В здоровом теле здоровый дух. Вася! Атомный фиш! Чудеса мирного атома! К 15-летию Росатома!